то есть никаких проблем нет. Вот такая вот у нас формы студия. Закрою дверь. Но дверь менять однозначно, это понятно. Здесь под планируемый санузел поставлена перегородка. Вот смотрите, застройщики, все-таки коммуникации надо закрывать. Сделайте это самостоятельно, потому что это все бросается сразу в глаза. А здесь выполнены, установлены счетчики на отопление, на воду, я так понимаю. Вот. И контур, получается, отопления уже здесь подведен, уже отапливаемый. Она не квадратной формы, она немножко получается такая вот здесь вот поуже, а вот эта сторона пошире комната. Потому что у нас идет полукругом само здание. Всего здесь сколько, Марин, квадратов? Квадратов? Да. 34,7. Ну, почти 35 квадратных метров. Минус небольшой то, что здесь нет балкона, но здесь открываются две створки. Давайте посмотрим, куда на юге находится. Это солнечная сторона. Принципиально мы хотели именно солнечную сторону, потому что уверены, что солнечная сторона – это, ну, большой плюс. Солнышко – это приятно, и она будет более светлая. Вот такой вот погодкой меня встретила Москва. Всем привет. Я сейчас нахожусь в трех вокзалах, жду подругу. И мы едем в строительный магазин купать все для нашего ремонта. Не успели мы отойти еще от одного ремонта, как у нас уже в разгаре второй. Сейчас поедем, наверное, в Леруа. Не знаю, куда еще. Надеюсь на подругу. И оттуда, может быть, что-нибудь там поснимаю. И потом посмотрим, что у нас творится в квартире. Ну, как я и говорила, мы приехали в Леруа. Ждем сейчас нашего работника и пойдем посмотрим, точнее посмотрим, пойдем закупаться. Так, ну что, пришли мы в отдел плитки. Мы сейчас еще просмотрим здесь сразу плитку. Здесь, конечно, масштабы впечатляют. В Сочи, конечно, очень такого не хватает магазина. Ага. Обычно, конечно, дешевле, чем инсталляция получается. Мы выбираем ванну. Не сказать, что здесь сильно большой выбор, потому что у нас все в наш размер упирается, естественно. Но наш размер тут вообще две ванны только оказалось. А больше нет, вот тут. Так, мы пришли в отдел ламината. Сейчас походим, потом покажу, что мы в итоге выбрали. Кому интересно, смотрите, какие здесь цены. Мы решили вот на этом остановиться, вот на этом, сосна канадская. Там вверху белые, серые оттенки, тут плохо, наверное, видно, но мы решили не брать бело-серые, холодные. На теплых тонах остановимся.
Так, а вот еще нам нужна дверь входная новая. Вот здесь такие цены, двери. Ну, самые простые. Ну, какие-то... Ну, тут не входная, да. И двери. Вот смотри, как она будет подходить. О, даже за 1300 есть. Тут даже москитные сетки есть в наличии. Раздвижные створки. Как ты его разрешил вообще? Ну что, мы все взяли. Вот еще целая тележка мелочей. Сейчас оформляемся на доставку и уезжаем отсюда. Ну вот, наконец-то я приехала познакомиться с управляющей компанией и посмотреть, как двигается наш ремонт. Сейчас еще к застройщику схожу. И потом пойдем посмотрим, как у нас там продвигается ремонт. Так, сейчас зайдем во двор, посмотрим, как здесь летом. Красиво. Ой, то сначала не наше. Не наш товар с Леруа приехал, выгружают. А, наши, точно. Вот это наши подоконники. Шикарно, конечно, когда двор без машин. На мой взгляд, это просто супер. Ну вот, заходим мы в квартиру. Сейчас я дверь. Это у нас санузел. Света здесь еще нет. Наверное, здесь плохо видно. Это у нас санузел. Вот в таком состоянии у нас сейчас здесь ремонт. Сейчас мы находимся в коридоре. Здесь у нас будет, скорее всего, какой-то шкаф. Это проход на кухню. На кухню. Здесь будет зона дивана, может быть, каких-то полочек. Это кухонная зона. Мы решили эту квартиру распланировать не в студию, а в однушку. Это кухонная зона, она будет у нас без окна.
Ну, мы вот здесь наверху сделаем окно, которое будет давать свет из спальни. Кухонный гарнитур, холодильник. И здесь небольшая барная стойка будет. И это проход у нас в спальню. Спальня у нас будет с окном. Здесь у нас будет зона телевизора и тоже каких-то мест для хранения. А тут будет кровать, ну, тумбочки, кому нужны. Все классически будет. Вот такой у нас вид из окна во двор. Так что вот на такой стадии у нас сейчас ремонт. Когда мы следующую, вот вчера доставку делали из Леруа, следующую стадию мы, конечно же, снимем потом. Покажем, как у нас что. Пока у нас вот так. Потом нас ждет еще выбор мебели. Все, конечно же, мы будем показывать. В ванной мы выкладываем плитку. Ну, все по классике. Тут тоже на полу плитка. Здесь на полу ламинат. В спальне ламинат. На стенах обои, потолки натяжные. Все достаточно стандартно. Кстати, здесь мы решили поставить ванну, потому что для планируем, что, возможно, будет снимать связь с детьми, и ванной актуальнее, чем душевая кабина. По этой стене инсталляция, здесь стиральная машина, раковина, зеркало. И там счетчики, там все будет закрыто люком. Так что вот так продвигается наш ремонт. Не успели мы отойти от одного, уже окунулись в другой. Оставайтесь на нашем канале, будете наблюдать дальше, что у нас, как у нас дальше продвигается ремонт.